И всем привет, ребята! Сегодня с вами я, Мина, и меня под одним видео просили показать, как я делаю видео. И тут видео, которое я выложила про шип Антон и Катя. Тут я вам показываю, как я его снимаю. Сейчас я тут делаю в Гачаноксе. Вот. Там, где Полина и Антон. Антон спрашивает, какие у тебя красивые зеленые глаза, но на самом деле... У нее же голубые, не зеленые глаза, то есть зеленые глаза у Кати. И да, еще раз предупреждаю, это не моя идея. Я ее вела, когда смотрела реакции, и там было такое видео. Сейчас я в CapCut'е обрабатываю тут, как вы видите. Потом там дальше будет именно вот эти вот сами фоточки, вот как вы видите сейчас. Тут я ее сделала первую фотку черно-белой, потому что будет некрасиво смотреться все черно-белые и одна цветная, по моему мнению. Тут потом я ищу подходящую песню для того, ну, то есть видео уже не будет без песни, вообще без звука. Вот даже в этом видео я тут сделаю звук, это моя озвучка. И на заднем фоне будет песенка какая-нибудь. Тут потом я подставляю, и потом мне тут долго ждать. Потому что пока я снимала, тут капец. Сорян за скример. Тихо. Ну вот, как вы поняли, это сейчас именно это видео, которое вы сейчас смотрите, это видео именно. Я его долго делала, потому что там я обрезала, чтобы не было такое длинное. Потому что, по моему мнению, очень длинные видео скучные, а короткие немного, ну, то есть, допустим, 5-6 минут, вот это видео длится 6:30, ну, 6 минут 30 секунд. И, по моему мнению, оно не такое, что и длинное, не такое, что и короткое. И из-за этого норм. Тут я уже делаю саму вот эту вот Катю. И вот сейчас я смотрю по звуку, чтобы подходило. И теперь под роликами будут, то есть нас же трое снимать, буду я, моя младшая сестренка и мой младший братик. И мы в описании будем писать чей-то ролик. Допустим, я вот сейчас под этим видео написала видео Амины, то есть это мое. Мое видео, меня зовут Амина, тот, кто еще не знает. Мою младшую сестренку зовут Сымбат, тот, кто не знает. Она будет писать видео Сымбат, а моего младшего братика зовут Асулхан. Он под видео будет писать видео Асулхана. И да, извиняюсь, у моей младшей сестренки забрали телефон, из-за этого она пока что отсутствует на канале. Она к каналу вернется на следующей неделе в понедельник, если я не ошибаюсь. И еще извините за мой голос, потому что у меня немного горло болит чуть-чуть. Из-за этого я так разговариваю хрипло. Извините. И да, если вам нужны туторы, как я что делаю, как я, допустим, делаю такие наложения, или, допустим, как я делаю всякие эффекты, например, или ту же анимацию с Катей, там, где Полина еще говорила, Катя, помогай, вот там под конец Кати была анимация, там еще у нее была такая поза, в которой нету Гача Нокса. Если вам нужен тутор вообще на то, что как я делаю, вы пишите в комментариях, я обязательно посмотрю, может быть, недолго, может быть, долго это будет держаться, но я все равно на него отвечу и сделаю тутор.
И тут это видео уже вот я загрузила. Теперь я буду делать еще одно видео, только уже с эффектами. И то есть поближе сделаю экран. Вот, поближе сделала. И теперь всякие наложения, всякие эффекты я туда делаю. И текст. Я сделала их черно-белыми, потому что вообще в игре Тайни Бани там они черно-белые. Вот тут новое видео, я туда сделаю автоускорение именно на саму Катю. И сейчас я вам покажу результат, что у меня получилось. Wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older, all my fears would shrink, but now I'm insecure, and I care what people think. И всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока-пока.